посвящается Александрову И.В., основателю пивоваренного завода в городе Казань. Давайте отойдем. Съемка для канала 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять. Канал обо всем. Город Казань, улица Тихорецкая. Еще раз поднимем, посмотрим. Вот такая красота. Вот куб. Пахнет ячменем. Ну, а здесь написано Красный Восток КВ. Давайте локацию сменим, посмотрим с другой стороны. Ну, здесь закрыто. На пластмассовую цепочку. Но чтобы люди не заходили, висит объявление. Шутники повесили. Внимание, опасная зона. Возможно падение кирпича. Да. Пойдемте сменим локацию, вдруг кирпич упадет. Вот сменили мы локацию. Красный Восток. Завод торгового дома. Красный Восток. Завод торгового дома наследники Александрова. Построен в 1867 году, переименован в 1919. Да, после Октябрьского переворота. Меняем локацию. Ну вот, немножко переместили, чтобы посмотреть. Вот куб. Еще раз хочу напомнить, что съемка велась для канала 1, 2, 3, 4, 5. Вышел зайчик погулять, канал обо всем. Подписывайтесь, друзья, на этот канал, будьте на нем. Благодарность людям, которые подписались, смотрят и поддерживают канал. Берегите себя, своих близких, не болейте. До новых встреч на канале. Лучше торговать, чем воевать. Мир, дружба, баблгам. Всем пока-пока, до новых встреч на канале.